Техническое обучение, но уже назвала его как стандарты, да, компании, что у всех компаний есть условно свои стандарты замера и допуски нормативы. Что я, например, имею в виду? Условно, проем выше 2.100, да, ну, по сути, как бы мы все знаем, что наличник перекроет там 2.06, ну, 2.07. Широкий наличник там, ну, может, 2.09 перекроет. Что мы будем делать в таком случае? Нам обязательно заказывать нестандартную дверь? Или мы можем что-то другое сделать? У нас, например, были, ну, допустим, варианты крепления через добор, да, наличника, чтобы там 2.140 перекроить. Там с высокими клювами, просто высокий добор. Насколько, при какой толщине стены, например, мы заказываем добор? Опять-таки, да, у всех поставщиков свои варианты есть. Вот, например, когда мы стали работать с Браво, мы увидели, что на некоторых сериях там 80-85 проем не перекрывается без добора. Вот вообще никак. Мы были в шоке даже телескопическим наличником. И когда у нас случилось несколько таких рекламаций, мы такие, опа, и всех перетрясли поставщиков на предмет такого, чтобы у нас не было больше таких рекламаций. И вот появляются такие некие по стандартам компании свои правила замеров, которые мы прописываем, которые мы им говорим, благодаря которым они, собственно, производят замеры.